Совсем недавно в столице республики стали появляться необычные скамейки, на них размещена социальная реклама, пропагандирующая трезвость. Делается это в ненавязчивой форме при помощи красочных иллюстраций, лаконичных текстов. Инициаторами идеи выступило управление госалкогольконтроля. Сюжет Юрия Осипова. Прошло всего 2 недели, как на остановках Якутска появились подобные скамейки. Сегодня по городу их стоит уже 12. Расположены они в основном в центре. Особенность подобной социальной рекламы заключается не только в необычной форме, но и в подаче. Вот именно трезвость, она пропагандируется через такие основные ценности, как семья, родина, успех, дружба. И действительно, если человек будет трезвым, у него и будет и хорошая семья, у него будет и какой-то социальный, значит, успех, ну и много-много другое. Как раз вот через эти ценности и пропагандируется трезвость как такая фундаментальная ценность. Также немаловажную роль играет и место их расположения. Скамейки на остановках выбраны, потому что это место с большой проходимостью населения. Там практически одно из немногих мест, где люди проводят энное время, хотя бы от 1 до 5 минут, в свободной форме. И их внимание может именно привлечь то, что стоит на остановке. С этой точки зрения. Появление скамеек должно стать еще одним ответом на проблему пьянства, которая сегодня встает все острее. И хотя с момента появления скамеек трезвости прошло совсем немного времени, люди на улицах все же успели оценить новшество. Думаю, для молодежи это есть стимул, или как можно сказать, для создать, короче, трезвый образ жизни. Я так думаю, что это полезно. Все, что связано с трезвостью, все за. Но так как я старенькая, у меня постоянно сердце отказывает, я все благодарю, постоянно пользуюсь. Но я считаю, что это очень хорошая идея с этими скамейками. И люди, может, начнут задумываться, что действительно трезвость – это выше всего должно быть, чтобы трезвый был город. В перспективе до конца текущего года планируется разместить по Якутску еще 30 подобных скамеек. Инициаторы планируют расширить свой проект. В него будут включены также более привычные баннеры и билборды. Впоследствии планируется вывести этот социальный проект за пределы столицы. Такие же скамейки, баннеры и билборды начнут появляться по всей республике. Юрий Осипов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.